Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» рассказывает о том, что в рамках месячника по благоустройству проводится работа по подготовке автобусов к летнему сезону. Проверяют техническое состояние подвижного состава, работу всех систем. Также на автотранспортном предприятии в ходе генеральной уборки все автобусы тщательно отмывают снаружи и внутри и дезинфицируют хлор с содержащим раствором, одобренным к применению Роспотребнадзором. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли сообщает, что завтра с 9 до 11 часов утра пройдет очередная тренировка по использованию сервиса бронирования путевок на социальном портале Министерства Супрема63.ру. Если вы планируете в этом году воспользоваться сервисом бронирования путевок в летние санаторные лагеря на социальном портале Супрема63.ру, вам предлагают принять участие в тестовом бронировании. Администрация железнодорожного района напоминает о правилах, которых нужно придерживаться, катаясь на самокате. Катайтесь в одиночку, использовать самокат вдвоем запрещено. Детям с 7 до 14 лет разрешено передвигаться только по тротуарам и пешеходным зонам. Помните, что на тротуаре приоритет всегда у пешеходов. Лица старше 14 лет могут передвигаться на самокате по проезжей части со скоростью не более 60 км в час.